горного хрусталя. Любовь и голуби, окно в природу. Такие замечательные голуби сидят около фонтана. Одного голубя уже оторвали, одни лапы остались. Кажется, эта музыка есть. Он солью туристов в музее. И еще попрошайка. Зашли в музей. В избушку можно зайти. Рыбацкие сети висят. Шкурки. Печка. То есть охотнику тут хорошо. Даже вот медаль. Лучшему охотнику. Не соответствует. Природа. В половине музея это соответствует, да? Рысь. Любовь и голуби называется. Окно в природу. Окно. Рысь. Мишка. Иду вот по мху. Через стекло. Волки. Олени. Азаны. Этих редких птиц можно наблюдать на озерах и среди болот Армезонского, Бердюжского, Ишимского и Казанского района. Море в Тюменской области тоже было. Болотца, бобр. Папа уже видел рысь живую. Снега. Зимняя птичка. Медведь. Чайка. Вот. Идем в стеклянную школу. Цапли. Мышка. Крупнейший хищник планеты. Титовый ус. Здешний обитатель. Лемминги и песцы тоже считают себя хозяевами тундры. Какие тут животные. И вовсе постоянные спутники местных жителей. К сожалению, в последние десятилетия заниматься оленеводством все сложнее из-за развития газовых месторождений. Небесные высоты принадлежат полярным собам, водные просторы, вулкан, горные вершины, леса. Забираются далеко на север, и приносят такой гарантии, что можно теперь уменьшается. Восточные склоны северного, приполярного и полярного Урала. Места труднодоступные, еще и малые. Рассказывать про всю красоту. Рысь, совы, мышка и медвежонок. С этого ракурса показаны самые интересные объекты на Земле, и везде из этих объектов живут голуби. Голуби присутствуют везде. Голуби на войне получаются, да? Во время Великой Отечественной войны голуби тоже как бойцы принимали участие. Вот, показана крыша изуродованная, но голуби все равно летали и передавали почту. Макет. Живопись. Картины с изображением голубей. Это очень древние изображения. Это 16-17 век.
мира.